Красные флаги показывают судьи гонщикам. Фабрич Фальстарта, 47-й номер. Кулов Михаил. Чуть-чуть раньше положенного стартапа. И сейчас спортсмены снова будут выходить на старт. Итак, в этом заезде 47-й номер, Кулдов Михаил, 71-й, Прокопьев Владислав, 21-й, Рыбкин Денис, 66-й, Петров Андрей. Этих четырех спортсменов еще раз мы ждем на старте. Будет у нас заново дан старт. Напомню, это финал Б. Говорят, утешительный заезд. Еще два спортсмена могут из этого заезда пройти финал.
Иван и 60-й номер Тегеров Денис. Вот эти спортсмены у нас заявлены в классе D3 спринт. У них второй финал по результатам двух сегодняшних заездов. По общим результатам у нас определяется победитель в этом классе. Диким ревом проносится мимо Геннадия Жиганов, который пока не может достать впереди идущего Новоселова Константина. На круг они уже обгоняют замыкающих. Эти два. И продолжает борьбу 21 номер Антошин Георгий. Женя, там закрыто парк. Мы сейчас за другого своего гонщика перешли. А сейчас он какого? Чего? Он сейчас что? Четвертый пришел. Ну там считать будут судьи. По разным этим. А можно я еще смотрю? А сейчас вот за другого, блядь. За кого хочешь выбыли? Нет. Мы за 79-го. Не, за ГИБДД.